Вот это пресс! Да какой же это пресс? Вот это пресс! А спонсором данного видео является компания 1xBet. Здорово, парни, сегодня Эмбер Спирит. Опять же, я все хочу с Фебри Мастера, хочу, но каждый раз пик не располагает на то, чтобы взять его, ну, прям вот взять и победить линию. Потому что я не хочу записывать игру, в которой я буду линии, на линии поедать дерьмо. Взял Эмбера просто потому, что я думал, какого героя взять, чтобы он добирался до снайпера, и чтобы его не было на канале. Эмбер был около 2 месяца назад, если не ошибаюсь. Сейчас ему апнули там фисты, каждый патч вот апают постоянно. Да, фисты. Не, поиграть с Эмбером воином или поиграть с Эмбером со щитом? Эмбер со щитом в этой игре хорош. Ты просто магией сжигаешь всех. Эмбер воин. Не знаю. Ну, кто не в курсе, Эмбер воина, тот, кто играет через макшины фисты и чины. ПКД, фисты и чины юзаешь и заебываешь противника. Не становись за меня, ну что ты делаешь? Под шейкл хочешь стать? Ну не ходи. В общем, это тот самый аккаунт, на котором ребята очень злые. Я уже играю на нем до сегодня 3-ю игру. 2 игры я уже проиграл. И это невозможно. Ребята, ну я не знаю, я имею ПТС в 2 раза больше, чем у них, но я не могу выиграть. Тут, ну, это мертвый аккаунт, тут просто невозможно играть. Просто размутим, смотрите, ну типа они вообще, они рут друг на друга, они выебываются, они вообще, ну они очень злые все. На линию топор покупают каждую игру, ну я не знаю, это очень сложно. Ладно, ну слушай, поехали, на линию купли себе фласку с первых денег и 2 бенда буду покупать. Кстати, не встал на место, которое мне показали, чтобы правильно блочить крипов. Недавно мне в ЛС отправили там место, где нужно вставать. Это вот это место. Я забываю на него вставать. Ой, Мир, у тебя под товаром будет центр сейчас лезать. Привезет этот самый курьер. Что он сказал? Это кому, мне? Ну, тебе ж нужен центр на лайн, не мне. Я не понял, он варп сел или что? Братик, ранжа отдал. Ну там сложно было не отдать. Я тоже забрал ранжа. Не вижу про снайпера стоять. Самый депрессивный матчап, где чел все время пытается крипов тебя донать, все время тебя подтыкивает. Ладно. Будем считать, я буду Эмбер воина в этой игре играть. Пробую через макшины и фисты поиграть. Блять, реально сильно. Куплю ПТшку, фисты будут тыкать. Просто пьет меня. Так мерзко оставить против своего героя, на самом деле. Вижу. Садят. Я занял у него 2 крипов. Добил, получается, 2 RNG или 1. У него вард где-то стоит или что? Я не заметил просто. Ну, на всякий случай, вдруг тебя придет какой-то тварь гангануть или еще что-нибудь. Смотри, там, может, где-то вард стоит на хайграунде. Понял. Ну как Десендри поможет против этого? Слушай, Мидиру всегда нужен центр. Ну, логично. У нас тут минус фантомка, у ней фарма вообще не будет. Слушай, мне нравится урон фистов. Если Клокерт не придет, то это минус лайн. Так, надо купить ботл сначала, потом новый бенд. Ему больно на самом деле, фисты прям приятно его харасят. Но я думаю, лучше буду связку выбрать в 2 сначала. Нет смысла идти за руной. Нет смысла, у меня от связки лучше фистами. Буду харасить его фистами. Пробую именно Эмбер воина поиграть. Я раньше играл, давным-давно пробовал. Ну, типа такое. Раньше фисты были слабее намного. Сейчас вроде их хапнули, можешь пробовать. Не убивай этого мага, оставь его. Так вот. Не могу себе на ботл нафармить, поэтому лучше куплю себе мангусы и скушаю мангусики. Нормальный урон сойдет, приятный. У меня тычка поприятнее, чем у него, в плане по урону. У него 51, у меня 63. У меня еще бенд сейчас в руках. Но этот хедшот, на самом деле, это еще мерзко. Отлично. Так, сделаю сначала. Вард нашел, кстати, красиво. Просто обстрел, блядь, с артиллерии. Все, иллюзий нет, ура. Ну, наверное, заебывает просто снайпер ставить. Он всегда дает тычку эту. Так мерзко. Просто бьет. Просто нажимает правую кнопку мыши на меня и бьет, а так мерзко. Пятяшка, будет кого-нибудь стопа? Типа, говорю еще раз. Фантомки, жизнь не сахар. Прием, жизнь всех не сахар.
О, в харде там вообще есть, мне кажется, там вообще ничего не делают челики, тупо стоят, смотрят на врагов. Нас связать еще будет подкрепами. Тупо, что два милишника, что делает дом рейнджерка? Вы ничего там не делаете, сюда тяните, сюда. Удар. Бля, нормальный урон, мне нравится. Не знаю, мог бы его убивать или нет. В плане, если бы играл через щит. Он мне так не нравится, как он орёт, прям он так орёт, пусть пишет. Я замучу просто его войс. У него голос очень мерзкий. Так, отведу. Что за дальность? Побежал. Так заебишься стать против снайпера, он просто стоит, рейд кликает, два банда и типа куси, хедшоты прокует. Да, он грибов не добивает всех, но все равно это неприятно стоять. Ну я не буду ввести себе фласку там или... Yes. Я чуть позже сниму. Скину так вот, сделаю. Я не хотел ввести себе какой-то реген, но тут придется это делать. Пусть снайпер мерзко стоять очень. Вард почти кончился. Ничего нового. Заебали меня эти хитшоты, так мерзко. Помогу себе. Ладно. Это реально мерзкая линия, когда вот я не надеюсь считать милишником линию. Ему фласку еще дали, господи. Ладно, надо быстрее что-то получать. Я думаю, что если бы я играл через щит, я бы убивал его один на один. О, ладно, ладно, я понял вас, друзья. Стойте, миди. Надо быстрее получить шестой и на ремнате на базу ТП сделать. Я не особо по XP проседаю. Но все более-менее. И покер, что чел меня настреливает АФК. Цену все пизда там. Так, сделаю. Вард себе куплю на линию. Слушай, на самом деле все более-менее неплохо. Эмбер вообще очень неплохо стоит линию против таких героев, которые я просто редкликаю. Ладно, мне второй чел надоел уже. Выбить его через два ремнанта? Нет, нет, никак. Ничего нового. Если чел тебя просто редкликает на линии, это, конечно... Не, напрягает линию, но вас тоже бесит смотреть, когда чел просто автоатакует. В спинку постреляет. Ну, ладно, сейчас я не откатится мои кнопки, я нападу на него. У него сапог есть, правда, но я сделаю все красиво. Игрался. Пострелял мне в спину, дружище. Я Эмбер воин. Эмбер воитель. Так, ПТ берем. У меня сейчас руны, правда, законтролить. Какая-то хоста, я могу убивать его на линии. Да, не забыл, что меня поранит. Да, линия, конечно. Что это? Нужен сапог или нет? Да, сначала сапог куплю и кларить, чтобы лес подфармливать. Запушить линию нужно сначала. Да, урона, конечно, свистов не так много, как я думал. Он, конечно, ну, приятный более-менее, но не настолько большой, как я хотел. Хотелось бы чуть побольше урона. Снайпер, на самом деле, играя без шапнели, макси тупо хедшот и дальность. Это, на самом деле, мерзкая раскачка. Против этого максимально мерзко играть. Вообще такая вот раскачка Эмбера Воина полезна против инвокера, когда инвокер как аспект особенно, он сбрасывает вам щит, вы просто играете через первый и второй, и вам щит не сбросит, потому что его просто нет. Все просто. Хочу хосту и убью в миде еще раз. Слушайте, на самом деле тоже неплохая рана, тут трипла. Триплу на плу нападает. Давайте на плу, на триплу нападу, ТП куплю там. А, он на мид идет. Просто отходит под башню. Что ты отменил-то? Делаем и чарж. А, там два героя.
Я не связал снайпера. Я нажал связку, не связал снайпера. 2 ТП сразу же, это просто шок. Ладно, стой на другой линии, мне в порядке. Я чак более-менее стою. То, что они триплой миди стоят, его фласками кормят, это полная хуйня. Это уже третью фласку ему запулили за 8 минут. А я себе вард ставлю. Как мне бесит эта игра, серьезно, это просто максимально мерзкая игра. Где против тебя такая херня происходит. Стоит чел, у него три слота просто, и кормит фласками, и делает ТП сейвы. Ты не можешь ему ничего предъявить, причем неважно, кем бы я играл, и так было бы. Такая херня. Надо подхорашивать его все время через фисты. Видишь, он подходит, фисты нажимаю. А, ну вот с такой дальностью, видите, он где он стоит? Вот тут стоит, когда я стою, прихожу на линию. Ну ладно. А, что два Рената было, чтобы урона хватило. Игрался, дружище. Вот они больше язычками на линии тыкает, чел. Просто идет и тыкает, и тыкает, и тыкает, и тыкает, и тыкает. Ну, дотыкался парень. То есть, Систов, ты видел, какой урон большой? За макшенов. Щит, конечно, бы больше сделал, но все равно приятненько. У меня герой перестал бить почему-то. У меня крепи не добивается. На топор купить, я не могу без топора играть. Это хорошая руна. Под фисты очень круто подходит. Топ загангаю. Го подеремся в топе. Сделай чарш любого, кого видишь. Найс. Хорошо. Я красиво сделал, зато оставь мне руну, у меня там ботл. Возьму урон. Бля, мне очень нравится через писты. Видели, как двух героев связал, много урона через писты нанес? Это очень приятно. Эмбер Воин работает. Но на самом деле я уверен, что через щиты я сделал больше. Щиты для фарма лучше. Но все равно, такая сборка тоже имеет право на жизнь. Значит, нет ремнантов, надо поаккуратнее поиграть. Что? Подойдешь еще разок? Ой, дровка молодец, линию снайпера портит. Не ТП есть бот. Давай подеремся, бот, я ТП делал. Не буду, не буду ремонт юзать. Мне важно сейчас фисты поюзат. Найс. Шайн нам не нужен. Ну, мартретки, возможно, нужен. Но он не идет в мою сторону, значит, ему не нужно. Вот это фишка Эмбера. Вы можете делать ТП сейвы и за счет ремната догонять, как Шторма, как Эмбера. У них обоих такая функция крутая есть. Плюс я так. Видели, да, если я столько регена возил, и у меня все равно есть деньги. Топор, ПТшка едет. Ну, слушайте, у меня все более-менее неплохо. У меня и урона много сейчас. ПТшка уже будет еще больше. Я дальше куплю себе Шторм. На Эмбер Войне, это еще самое то. Могу завидеть себе ультимейт. Он не стал даже ультовать. Я заберу, подожди. Парни, умоляю, прекратите юзать курицу. У меня гребаная ПТшка, которая не доезжает, и мне уже 3 минуты. Пожалуйста. Там топор, ПТшка, 2 кларити. 1500 золота. Угу, я понял. Сзади за ним игрок. Конечно, задонайт же важнее меня, чем набить крипа. Крысюк! Такое себе. Приходить подфиживать снайпера, когда ты видишь героя. Ладно. Хорошо, что я только что включил, а не до этого. Мне кажется, ты гадости мне говорил. Так, что мне тут делать, чтобы выжить? Я вообще выживу? Потом на силу не переключать, это 100%. ХП не прибавится, а вот меньше 100%. Все, хорошо. Может, я хорошо сделал. Я выжил еще после этого. Приятно. Хорошие киллы. Еще кларити запулили, вообще супер. А, вот там видно было, поэтому он умер. Ну ладно. Молодец, он хорошо саппортит на гриме. Приятно с ним играть.
Вообще у меня очень много. У меня 7-1 за 13 минут. Почти килл минуту. Надо так вот купить эту тему. Вообще на ТП-шку все время иметь. Что-то я херней занимаюсь. Что давай там? С макак выйдем на ее тембе. Давай. Давай его. У меня крипы связались вместо героя. Уже раз четвертый на миде это происходит. Ну это типа вообще супер анлак, что так происходит. ТП-шку не могу все взять. Блин, короче, тут в центре стоит. Похуй вообще на центре. Я, ну типа, не знаю, где варк стоит. Они где-то видят, но не знают. Простая дабло мидя. Спасибо. Главное уметь оценивать урон. Я знал, сколько урона нанесу, поэтому влетел. Пашка приехала наконец-то. Не хочу пока что реназать, все равно нет 6 стаков на нем. В смысле, 3 стаков, каких 6? 6 стаков на ренатах, что? Все, пока ДДшка, можно фистами пофармить. Приятнее урон. Фантомка, ты не собиралась собирать там халку? Кто деньги накапает, на базу-то пахнуть. Бля, снайпер нормально так выиграл на линии. 2-4 парень. При том, что им помогли меня убить просто. Он бы меня сам не убил ни разу. Так, пониже микро нужно поставить. Лиши ебаная трек сама, что бьем ее. Сейчас смоки приведу себе. Сделать? Мне щиток не нужен уже, я думаю. Вместо топора можно взять так вот. Да, вижу чел, я влечу на него. Да, 13 уровень на 15 минуте, на 16, это очень сильный результат. Не что я не ромлю, но тут снайпер, который можно убивать. Он нормальный снайпер, но он уже ушел бы в лес фармить. Этот чел просто хочет линию выкачивать, но он же очень жадный. Хочет мне подсолить и сам пофармить. В итоге кушает фекалии на линии. Волшебство, имбер. Ну, его кстати связало, лол. Вау. То, что его связало, это, конечно, невеликолепно вышло. Где он там волшебство? Угу. Красота какая. Нажми смок на меня, нажми смок. Вон. О, так можно? Нихуя себе. Я не знал, что так можно. Я подбегаю. Не есть инвиз? У него что-то амулет есть. Я бы нажал бы, типа, если бы его видно было. Я в методом. Я замерз. Да ну! Я замерз, у меня щит не вовремя спал. Так ты кого не мог его убить, алло? Мог бы, но сейчас уже нет. Жем ракетку величайшую. 5 героев. 4. Ну, дровка просто на базе была. Блин, там этот идет на метод. Зачем это пишет? Зачем ты мне допишешь? Зачем ты мне допишешь? Бара, бара, видно теперь дровку, когда она сюда попадает. Зачем это пишет? Я нападаю на героя, у них 5 героев в миде. Ну типа и что? Я ошибся, это ничего ужасного. Почему он мне пишет тут что-то какие-то гадости? На если играю, что я ошибся, какая разница? Ты же только что сколько у него срался, ничего не написал? Не понимаю его. Это вот странная тема. Ну, кстати, я буду из Лотара умирать, мне нужно что-то там против Сальниса. Они поняли, они меня видели, ибо здесь. В чины нужно действие. Хорошо вышло. Для КД даст. Ну зря был ульт нажат. Мог бы отменить его. Видимо очень этот килл хотел. А, вон где варк. Домой. Все мои. Так, так вот сделаем. Так,
хочу купить что-то, кроме тапочков. Манга не считается, его съел. На самом деле он очень круто на гриме играет. Он нам очень сильно помогает. Мне очень много. Секунду я возьму. Там так, я не знаю, мне нужно что-то профессиональное купить. Какую-то манту, наверное. Манта против Сайленса, против аппарата, против связки доджить. Ну, мы нормально. Так, мне нужно Яшку добить. Допить. Да, Эмбер конкретно фармит леса, чтобы фисты, конечно, использовать, но маны не хватает. Почему маны не хватает? Я больше не то купил. Наверное, потому что я кларити не пью. Если у меня все время было под кларити, я думаю, она была бы. Ну, не все миди стоят. Сейчас я подойду. Урон со стов приятнейший. Если замаксить и иметь мейлшторм, ты очень быстро фармишь. Споты прям за секунду разлетаются. Так, надо руну проверить. Если может какая-то хорошая руна, то будет круто. Дровку убили, это очень круто. Потому что это она моя проблема в этой игре. Линии подойду. Хорошая руна. Бери эту руну тоже. Странно, что он только свою берет. Типа, ну пусть противник тоже заберет. Че мне? Я не жадный. Можем быстро фармить, господи, так приятно, эти молнии летящие. Типичная моя игра. Обидно, фар, как тебе? Может, что он против Веранса у нее, я понял. Хотя она 1-2, но у нее слотов... Ну, не столько же, как у меня, чуть поменьше. Да, я с мидом. Что у меня 20 минут, у меня шторм. Это мало. Ух, блин, для чтобы снайпера купить. Я хочу быть мембером воина в этой игре. Давайте криты. Ну тут криты сложно давать. Тут нужно магом быть. Тут 100% нужно магом. И наверное, следующую, когда будет тембр, запишу физического. Сейчас мага соберу. Сами видите, что против этого пика играть в физуху очень плохо. Нужно магию убивать. Чтобы убивать магию, наверное, куплю сначала. Ну, манту, чтобы. Можно Ю вообще купить тут. Чего мана хватало. Так. Дискорд нужен тут? Ладно, что если Каю Яшу купить? Я думаю, Кай Яш хороший выбор на него. У меня все скиллы практически магические. Плюс молнии летающие, эти, очень сильно. Должно быть, я не уверен. Там меня ждут, наверное, уже. Дровки там, по сути, нет, значит, там нет тверки, нет дровки. Я могу сюда лететь просто смело и не бояться. Кто-то тут может быть, я убью их. Вард есть, окей. Вард относительно новый. Пыт на силу, господи. Страшно. И в того-то ультуешь, дружище. Больно. Тут аппарата боюсь над этим. Пробую двоих связать. Ну, как всегда, связывается не ВРК, а связывается грёбаный жирный герой. Причём, это случайность абсолютно. Там не, ну, типа, от меня не зависело, кто свяжется. Там просто рандом. Почти Яшка. Успей забрать, успокойся. Ну, линию на миде нужно сначала дотнуть. Тупо фантомка живет в этом лесу. Это нормально. Выйдет потом. Подеремся. Сначала пригениться хочу, затем уже идти убивать. Так, дасты мне нужны? Определенно. Блять, я не могу здесь просто. Блять, в центре блядь. Есть. Блять, там много. У нас тоже много. Тут еще и тракса. Это очень напря. Ой, не то слот был. Обычно ботл лежит. О, нет, там их больше, там их больше. Не, меньше там, о чем там. Там намного больше.
чем ты говоришь? Я тебя не увидел. Зачем? Нормально. Больше говорит, нас я тут пять. Не, он остановится, типа, его этот заберет. Даже если бы нас тут было 4 без меня, их тут тоже было 4, их не больше в любом случае. Верка была вот тут. Так умерли все, все, кроме этого, который тоже тут был, значит, тут было 5. Она успела прийти, так же, как я успел прийти, так я пришел быстрее. Ладно, все, отъебись. Мне страшно было, слушай. Отлично. Ля, урон-то большой на самом деле. Не, я не хочу брать урон без промахов, я возьму именно на магию. Блинк нужен следующим. Чем мы и так уже выиграли практически? Бля, я прикольно так вначале линию сдоминировал. Вообще на эмбере, знаете, геройное исполнение. Нужно учиться связывать через фисты, нужно... Он на Золотар уже вышел, да? Нет, то умер. Если бы молния хотя бы раз два прокнула, я побил бы его. Бафит. Ну нормально. Мы убили снайпера, получается, еще раз. Снайпер сколько раз уже умер? 9 гребаных раз. Ну это хорошо. Единственное, что я не закупился, но я все равно блин хочу покупать, поэтому он никак был не закупиться. Бля, все мертвые, они руны заберут. Плохо. А может и не успеют. Золотар. Ну я ничего не хочу покупать против Сайленса. Типа, мне просто влом, знаете, что этот прям покупать такой артефакт утилити, который не дает мне ни урона, ничего, просто против Сайленса. Я потом просто куплю БКБ. Блин, рейдинс не хочу покупать. У меня такой, знаете, биполярный эмбер, вроде как эмбер воин, а вроде как и маг. Хотя если бы я играл магом, я бы мог играть через чейны и флеймгвард. Хер пойми, в общем. Мне нравится, как Грим играет, он реально молодец. Он, ну, хорошо бахает. Он прям делает красиво. Он бегает с топором, саппортит. У него нет айтема, потому что он покупает варды. У нас охуеннейший вижен. Это, ну, типа, этот вард... Шоп. Ну, они еще и ломают все варды, но в случае у нас хороший вижен. Конечно. Купи БКБ на Мартре, пожалуйста. Пешки не лишние. А? Почему? Тут топс. Просто я представляю, как ты жмешь БКБ, убиваешь 5. Я ж ничего плохого не сказал. Ты меня нахуй сразу шлешь. Мут. Я говорю, парни, это аккаунт с ебаном в скрытом луле. Тупо 2 пассивки прокнуло. Не в того чарж делаешь, дружище. Вот герой. Это самый жирный и бесполезный герой. Твоя задача убивать снайпера. Но без Лотара. Барам бежит в того, кого можно убить, а не в того, кого нужно. Это вот тупо, что он не бежит ни на дровку, ни на какой-то аппарат, ни на снайпера. Он бежит на самого жирного героя, который идет лицом вперед. Это, знаете, это как бык, на котором, перед которым красной тряпкой трясут. Вот, кстати, он есть бык, о чем я говорю. Это бык. А это чел с красной тряпкой. Он, понимаете, он все такое, чтобы убили. Стики. Все на силу. Щиток. ПТ. Бладмейл. У него все на силу. У него просто 1 000 000 хп, его не убить. Он талант... Нет, талант не взял. Еще. Он плевом возьмет талант здоровья и будет еще жирней. Почему мне человек сказал закрыть ебало? Я ему ничего плохого не сказал. Я же попросил его просто купить БКБ. Потому что БКБ важнее в этой игре. Там связка, сайленс, там снайпер, шапнель, его ультимейт, замедление вот это, не замедление, рута его, первый скилл, аппарат с его станами. Там все магия. Там физуха, ну по сути битва героя, но это такие себе герои. Верка не считает, что он без физухой, без МКБ он не трогает мертвого вообще. БКБшком прыгает, убивает 5. Гоним на... Джекл вверх давно не видел. Его апает тут как-то. 20 всего немножко там изменяет. Такое. Ну, он хорошо влетел. Да, хороший крит. Вот, вся суть БКБ. Видите, они не дойти просто противнику. Ебать, я... Видели этот урон? Это просто вау. Надо замансить Ассалинс. Там нет будет, не будет вижена. Там есть вижен, я понял. Дорогой мой товарищ, купи БКБ на Мартре. Оно тебе важнее в 1000 раз, чем любой другой айтем. Ты просто не выходишь из замедления. Не убью его, если он продолжит. Надо забрать хостум.
Появляется аппарат, я убиваю аппарат, убиваю этого чела. Я вижу, тут вард стоит сейчас, но типа мне похер, я должен догнать его, у меня есть вард. Я могу понять, куда он пойдет. Если тут его нет, значит мне нужно бежать в эту сторону. Вот так вот, и встретить его вот тут. Ну либо он как долбоеб бьет этот спот, но это слишком тупо было бы. Как я и говорил. Я думал, что я побегу, если вернусь Ренат, но заметил, что Ренат не стоит, поэтому не смог вернуться. Да, честно говоря, все равно. Тут дровка. У тебя нет дастов, конечно же. Это не дровка. О, хорош, я подхожу. Хорошо. Хороший килл. Я перепутал это с этой. Дровку с ВРкой, ну типа женская девушка с луком. Конечно, их легко перепутать. Отойди отсюда, если он будет тпхаться, он тебя будет видеть. На иконке, когда тпхаешься, видно будет. Все, хорошо. Нигис наш, Крым наш. ДД на нижнего дня. Хорошо, молодец, Грим. Великолепно сыграл. Видел, что твар стоит. Просто вселенная про вардом. Дорогой мой товарищ Гримстрак, поставь сюда сентри и сломай вард. Да я сам достаточно богатым, я все куплю. Нет, тысячи золота просто, я не шарю просто. После сейчас стоит расстреливает меня под вардом, когда у меня столько функций есть. Ну так бесит эта игра, ну правда. Меня столько раз уже убили, просто потому что. Ну вот, то он лаг не связывает. Мне кажется, аккаунт реально, типа, он уебищный. Я вот сколько на нем играю сейчас, вот меня сейчас. Это аккаунт буст. Я секунду. Вот начинал аккаунт этот с течки, да. Вот с этого. И по сути, у меня тут раз, два, три, четыре, пять побед, пять поражений. Я играю плюс ноль. При том, что я играю, ну, нормально, так посмотреть, я более менее бахваю. Я не могу просто победить тут. Хз, почему, типа, что не так? Тут то не везет со связками, то не везет с ребятами, то не везет с керри, который БКБ не покупает. У него 1200 хп, его же можно убить за просто прокаст ВРки. Ты сейчас просто умрешь, будь снайпера. И... Вот, сейчас суть без БКБ. Смотрите, сейчас вот вы думаете, да нет, сейчас он появится, БКБ убьет. Ну у него нет БКБ, смотрите, сейчас просто будет. Бэкдайм, если не поможем. Ты понимаешь, что ты без БКБ не играешь? Тебе нужно БКБ. Что делаете-то, блядь? Объясните парню, чтобы он купил БКБ на мейнкерри. Может, он не понимает и умирает из-за этого? Меня так подозревает замутил, объясните вы ему хотя бы. Его просто убивают за один стан. Что-то всем похуй. Он игнорирует БКБ, я так подозреваю. Ну ладно. Пусть на первый покупай, понятно. Оставь, пожалуйста. Команда по деварнингу. Блять, ну чё это? Деварнить мои варты. Чё, Мьёльнир? Не, хочу БКБ. Тут БКБ мне тоже нужен. Самый жирный герой, не хочу на него подать. Хотя бы дискорд, конечно, очень сильно зашел, но я дурачок не стал покупать. Дурачок, рачок, БКБшка. Ну, там, даже там чел БКБ покупает, хотя у нас магия, по сути, ну, Гримстрок и я. Не, он просто специально не вперед, так он самый жирный. Хорошо, очень хорошо. Все нажимают кнопки великолепно. Прям все круто жмут кнопки. Нельзя умирать, поэтому я ухожу. Так, мне нужно восстановление.
Может, меня не связал тут. Если кнопки на КД. Идти так, чтобы деревьев рядом не было. Найс. Мне больно. Не вышло. Не знаю, мне очень сложно выиграть файт. Все так круто все нажали. Дровка проебалась, мы ее поймали. После этого она нажмет БКБ, я отхожу. Там сразу же великолепный чарж Баратрума. Хороший ульт Гримстрок, который не дает отойти после нажатого БКБ. И я не знаю, как Мартетка умерла на самом деле. Видимо, просто убили так легко. Ну ладно, похер вообще на нее. Давайте я просто поиграю в солярку. Потому что я что-то пытаюсь как-то с ними драться вместе, находить вместе совместные файты. Так меня просто убивают, бегут и райт-кликают, все. Если бы я раздейдаусом, я как-то мог в соло выиграть файт. Но тут нужно с командой, но я не могу. Такая ситуация двоякая, что я должен играть с командой, но при этом не могу играть с командой. Просто что нужно, чтобы снайпера выиграть? Ему нужно купить просто слоты и стрелять сдали. Что нужно мне? Мне нужно великолепно исполнить в файте. Иметь много айтемов, причем сильных айтемов, а не просто, ну, это слоты мало что дают пока что. И БКБшки не так много даст. Я могу убить саппорта без проблем, могу много урона нести, но это все. Ты не делай полную сейчас на гриме. Я коп на грим, строк ему об этом соверюсь сказать. Я вывернулся, молодец. Все, ладно, парни, я посплещу немного. Плюс себе гем. Пойду с гемом сам играть. Перестану как-то с ними общаться. Я уже перестал, но я сейчас еще больше перестану. Поэтому пойду просто по сплитчу, с гемом буду выживать сейчас. Вместо БКБ куплю манту, так как мантов пуш ускоряет. Так вот. Хороший килл если он его сделает. Но фристав есть. У меня сейчас очень быстро откат с 13, поэтому могу себе позволить так вот играть. Что 13 новый, который переделали, что он теперь летит во время полета, наносит урон, это круто. Сейчас. Вот, пока я лечу, он уже нанес. Раньше нужно было именно в точку нанести урон. Те ремнанты можно фармить. Соляем ремнанты и идем дальше. Видишь, что я успею на дровку среагировать. Красиво. Как я видел, буду просто плити сейчас бегать. Вообще какую-то линку на самом деле взял, но тут манта важнее. Пусть фармит свою рапиру. Если заруинить хочет, мне все равно. Добрала еще можно купить в этой игре. Страшно вообще тут находиться, прям супер страшно. Ну, думаю, сыграл бы через БФ, я бы эту игру давно уже выиграл. Почему? Потому что союзники слабенькие. БФ я бы просто один бы фармил, убивал бы. А так я закупился на командах помогать, а в итоге не забываю, что такая он в скрытом луле. Люди меня не особо сильные. Человек Керембер почему не самый сильный герой? Потому что у него на 137 урона. Вот вы видите, у меня без артефактов на урон урона. 111. Если так, даже 97 урона на 25 уровне. Понимаете, это лавкач как бы. У него 97 урона. Это же вообще ни о чем. С гемом его. Пару не может спасет, конечно. Я не могу тебе помочь, у меня ничего нет. Так уж точно. Забашь я? Он куда-то с гемом, но я боялся. Мне гем важнее, чем килл дровки. Так как с гемом я буду всю игру играть. А дровку убить, ну типа убил и что? Типа и что? Сойдет. Я убил снайпера в солярку. Ну, мне нравится, что очень быстро ремнант откатывается, есть время пофармить хорошо ремнантами. Если у вас не так много урона с руки, то, типа, фисты нет смысла брать талант.
Эндермаг, сколько хвоин. У них четвером тут. Их всего 4 героя. И меня ищут. Не нашел меня. Просто на троллей сфармит. Бел саун. Смотри, во время файта, который рейнер. Сильно. Красота. Команда хорошо помогла мне. Вовремя подошли, нажали кнопочки. Сначала матревка фармит рапиру. Вот, не с парнем, вот из-за этого я говорю, вот, я не верю в скрытый пул, но вот, это вот такие люди, как бы, возвращают веру в это. Просто чел специально идет руинить, хотя все хорошо, вроде, мы ведем. Я просто сказал, что, ну, я даже не сказал, алло, тварь, купи БКБ, я ему сказал, чувак, пожалуйста, приобрети БКБ, но в этой игре тебе оно нужно. Я аргументированно пытался так, на конструктиве с ним общаться. В итоге был послан нахуй. Не знаю, почему так. Манта есть, могу сбросить Сталинс теперь. Хорошо. Не стоит давать скиллы. Ботл пора продать, наверное. Он, конечно, полезен на стадии всей игры, но сейчас я уже как-то не вижу от него смысла. Он просто возвращается на базу, регенится. Да и так хватает регена. Не лень лишний раз его перекладывать. Наверное, с этого и стоило начать. Просто снесся в сторону. Просто рапирами... О, нет, еще рапиры. Найс баш, найс крит. Понимаете, вот самому бездарному игроку везет. Вот он просто настолько уебище, ему везет. Вон. Видимо, Габен так хочет. Чтоб руинеры получали везение. Летал. Печку убил. Слабенький ты на передок. Что? Там противники лежат не особо умные. Ну да, знаете, сказать войс, парни, пишу вас огорчить, вы играете в скрытом пуле. Но без БКБ напал, смотрите. Напал без БКБ. Какое же это животное, господи. Зачем он это делает? Тут аппарат нарушен. Бля, я думал, что это такое, тут аппарат. Смотрим, что он сделает. Дает шмотки или нет. Просто, на самом деле, лежит стальный эксперимент. Смотрим, разбивает или нет. Скриншоты делаем. Мы за мной, да, теперь бегать просто. Если не особо Егис нужен был, просто хочу посмотреть, что он будет делать. Что не делает он? Странно. Ну че, типа, Егис мне намного лучше, чем ему. Ну, всем понятно, почему. Горе рифмы и я. Вот такая вот хуйня. Самый бездарный мув на свете, что можно было подойти, показать синтрю. Сделать аплаут у них на глазах. Наверное, даже травла сделаю. Все, зачем? Да, надо. Нет, не надо. Нет, надо. Нет, не надо. Че, мы заканчивать идем или все? Больше мы не играем. Реально продала этому ради драпира. Не понял. Драпира отдавать им, да?
Я не верю скрытый пол до сих пор, но это очень странно. Это аккаунт мертвый. Может, это есть подтверждение скрытого пола в прямом эфире? Думаю, да, так и есть. По-любому есть какой-то отдельный... отдельный такой... контингент игроков, которые закидывают определенную группу, в которой... Страшно. На бас летаем. Роу. Почему это происходит со мной? Без понятия. Чё не отжимают на Мортре? На фантомку кинь Мьёльнир, мне кажется, что я просто сейчас убьют. На всякий случай уходи как-то опалить. Да похуй на неё, я успокоюсь. Пусть сдохнет. Типа, смысл? Пусть сдохнет, я на себя его кину. Или на Бару лучше. Бару хоть и доты играет. Ловлю, слушай, нужны будут в этой игре. Переложу, сейчас сделаю ТПМ. Сверху надо будет. Сверху. Такое себе атака. Он был мэн нажал, хороший был мэн. Вообще похуй. Мы въебали эту игру. Вижу аутов, как выиграть это. Минус от аппарата, хорошо. Копиру там подберите. А как его подобрать-то? Сразу что-то подобрал. До свидания, короче. Проебали игру. Я влез, пусть они пушат. Я хочу дерьмо играть. Ебать, он меня через крипа связал. Гений, чистой воды. Проебали, все проебали, Артур проебали. Гений, блядь. Дальше играть. Меня связал через крипа, а за меня чел разбивает айтема. Снайпер рапира, надо пытаться его тут перебить. Я думаю, в керри выйду, пох. Я хоть и начал играть через мага, думаю, тут иначе никак. Хотя, непонятно. Без Каяши мне мало не будет хватать. Может, саму рапиру купить? Пытаться их быть сам... Так. На баре отдать гем. Бара, забери мне гем. Я не могу с ним бегать, мне слот нужен. Да. Не знаю, зачем я начал войну. Ладно, буду скоро собираться. Это обязательно, это желательный. Это можно выложить. Его. Берем, значит, рапиру. Тоже рапиру сделаю, думаю, я с ней не умру. Клокер, ты тут? Ты слышишь меня? Собери, пожалуйста, хекс. Денежка есть, какие ворды, пожалуйста. Ну, ворды у меня с собой 4 штуки. Просто надо поставить их под безопасность, чтобы не умереть. Что ты так знаешь, если я плохо, просто гений.
Он просто вяжет меня через иллюзию, через крипов. Марта, вот ты бы, блядь, единственный, кто нахуй рот открывать не может. Там, да, понимаешь ебаный разницу среди игроков? Чел на верке меня вяжет через иллюзии, через крипов, а чел на матри разбивает айтемы. Разница в скилле. Есть старающий 4000 игрок, есть долбоёб с 3000. Разница велика. Можем забрать. А всё, скиллы заглали. Удвалить. Бежим, пизда. Господи. Реген тут. Не знаю, что это такое за человек. Да, ну, очень странный. Я в саппорт сейчас разлучиться. Хотя похили. Ну, в эрке потный, прям видно, что он потный. Блять. Он прям круто играет, ну. Да, наверное. О, просто башка когда. Вау. Он снайпер, нет. Вот, блять, подойди! Ебань тупая, сука. Ебать ты плох. Что я, блять, вижу своими глазами? Моя команда выигрывает файт против снайпера с рапирой без дровки. О, без этого. Пизду, блять. Ну как выигрывает? Они выигрывали. Хуево, блять. Да уйди лучше. Где мы отдали, да? Ничего страшного. Рапиру дофармить своим. Потому что если я не буду ставить подсвязку, все будет хорошо. Ну, грустно, что если меня будет связывать через КБ, то даже никакая линка не поможет, только БКБ. Рубль забрать. Ну, прикольно, что чел у меня хотел забрать мид. Он взял иконку, заролил, не вышло, и он, типа, отдал мне мид. Он с... Если бы я играл не на миде, я эту игру точно проиграл бы. Боюсь. Дровка у меня убивает за прокаст. Ну, типа, понятно, что я могу пробовать сбросить, но есть шанс того, что рядом еще какая-то ВР-ка окажется. Да, которая мертвая, все правильно. Логично. Иксам должно быть попроще. Ну да. Да, он великолепно быстро фармит, прям приятненько. Бать, он в центре стоит, находит варда. Что за игроки? Уже тут, он здесь подходил ко мне. Не знаю, они просто стоят на базе с снайпером. Я не могу к ним подойти. Походу гему аппарата. Там ВРК центр ставил. Это просто все девардит. Не, я же гем проебал. Не, не у него, значит. Не у него. За мной идут, видимо. Не, ну это как-то нечестно. Ситуация. Конечно, нечестно. Играть вчетвером против шести это сложно. Я мне в этой. Массовые колдфиды это просто имба.
Рентген же есть. А, видишь, ракетка. Боюсь идти в топ. Там могут быть противники и ждать меня. Я рябы куплю. Затестим это на подверке. Шан есть. Б я мог у нее есть не забирать. Но согласитесь, даже если бы я его оставил, он снова бы заруинил бы эту игру. Какая разница? Не куда торопиться. Ну, оставлю манг на будущее, пригодится. Мне нужен еще урон. Вера первым. Мастер Валов в файте. Страшно очень. Потому что не выделялись. Чинься ты фантоков на верхе. В принципе, мы ждем, пока нас всех вынесут и скушат все. Да правда, я просто не знаю, как мне выиграть эту игру. Реально, вот все играют и понимают, что скорее всего конец неизбежен. Ну вот это чучело, посмотри. Ну они зайти не смогут даже с этой тварью. Это правда. Если я не ошибусь, они зайти. Дай ракетку. Клокер, сюда дай. Чтоб я сбил тот орк. Дай ракетку. Без манты очень опасно. Без Мюльнера урона меньше тоже будет. Мне скорость атаки тоже важна. Переложу стрелами в файте. Пойдем, а я буду смеш. Идут, они идут. Нужно постараться подраться так, чтобы мы их видели. Типа, если мы их видим, я с рапирами пиздец много урона вношу. Проблема в том, типа в том, что у меня 1800 хп. Но у меня нет кукора, поэтому я так будем рисковать. Поехали попробуем. Поставим варды, увидим через баратрум, и я пару фистов нажму. Не получится, ну и похуй. Каски прилетят, варды, они на этом. Они прям тут. Помогите Ршану побить. Они не убьют. Вон снайпер. Обьют! Лайм. Спокойнее. Где рапира? Там лежит. Я подобрал. ВР. Да что хуже, по-моему. Что-то такое. Зачем ты дышишь? Как он меня отсюда стрелял? Типа, если Барт утром находился, как ты его ну не что? Видел? Барт, это то. Я не вроде Барт сюда заходил. Пусть знает. Она медаль скупила. Почему у меня такое чмо всегда попадается, ебаное? Почему она не у врагов? Понимаешь, я бывший аккаунт, и вот я на этом аккаунте сыграл игр 8, наверное, у меня 50% инрейт. Хотя ПТС в 2 раза больше. Не знаю, что с этим аккаунтом не так, но это очень странно. Типа я такой, ну я с таким сталкивался несколько лет назад, когда вот такие игры постоянно. Я проебываю игры с 30 килами.
Ладно, Яшакая тоже, видимо, никак я не использую тут. Нужно, кажется, купить БКБ и там уже придумывать что-то. Может кто? Поможет кто? Эмбер? Хелл будет? Да. Я бы, наверное, помог, если бы был бы не тупым. Но там Аягис. Так что... Давайте так сделаем. Понятно, что без Battlefury рапир не супер сильный, но мне нет вариантов, мне нужно урона больше. Надо рисковать. Иначе я проиграю. Если сейчас не выиграют, ну, не повезло. Может быть, я просто где-то должен доиграть получше. Урона у меня, конечно, тонна. Тебя. У него хекс. Я не знал, что у него хекс есть. Да. Я не знал, что у него хекс есть. Типа, они просто на порядок выше всех играют. Я не могу один выиграть это. Как в одного хора, в смысле. Ну, как я и говорил, мы ждем, пока нас вынесут и все. Ебало, завалил бы. Надеюсь, ты сдохнешь. Вот честно, от всей души, надеюсь, ты сдохнешь, реально. Я не знал, что там противник настолько круто играет, что хекс купили против меня. Дровка не показывалась на карте совсем. И как только показалось, меня убили. Сапир бесполезен, рапир бесполезен. Ладно, доиграем, пробуем. Не знаю. Ну что-то получится. Базу мне еще не несут. Я сам ошибся, я влетел в них в надежде на то, что сейчас убью героя и выживу, но у меня нет ни критов, у меня нет ни Battle Fury, у меня нет ни таланта на фисты, у меня нет ни атаки без промахов, ничего нет. Ну ладно, наверное, моя вина. Я, наверное, мог доиграть. Не знаю, правда, как я именно должен был доиграть. Что такое я должен был гениального сделать, чтобы выиграть с этим игроком. Ладно, парни, надеюсь, видос понравился, и вы оцените это лайком, поддержите меня после такой игры. Ну, с вами прощаюсь. Пойду на экзапис, попробую записать Брюмастера. Давайте, парни.